Сегодня в отделе несут службу около 90 человек. Большинство на хорошем счету не только в Ангарске, но и по области. Сегодня треть личного состава госавтоинспекции была награждена благодарственными письмами, грамотами и денежными премиями в честь профессиональной даты. Среди них старший инспектор Алексей Михеев, который вместе со своим напарником в преддверии праздника в 22-м микрорайоне по горячим следам задержал двойного грабителя. Нами была отработана эта территория. При отработке территории был задержан в районе магазина, получается, «Юбилейный». Это 11-й микрорайон, дом 4. Был задержан на лицо цыганской национальности, которую позже опознала, получается, потерпевшая. Также опознала, по которой находился телефон при нем. Главный принцип работы Алексея Михеева, как и большинства его коллег, это ответственность по отношению к участникам дорожного движения. А еще у них есть заветная мечта – это безопасные и безаварийные дороги города, области и всей страны. Очень часто еще мы приезжаем на дорожно-транспортное происшествие, видим боль и горечь наших участников дорожного движения. Поэтому мы будем вести непримиримую борьбу с теми, кто не хочет соблюдать главный закон жизни на дороге – это правила дорожного движения. Ну а сотрудникам ГИБДД я бы пожелал бы настойчивости и непримиримости в борьбе за свою мечту. Но пока до идеала еще далеко, поэтому даже в праздничный день по-настоящему расслабиться могут только те сотрудники, кто находится в отпуске. Ольга Дерипера, Владимир Селиванов, «Местное время».